8 человек доставлены в больницу, им оказана помощь, одному потребовалась госпитализация. Это последствия аварии, которая случилась накануне в Барнауле. Им была оказана помощь. В настоящее время в горбольнице номер 1 находится один пациент госпитализированный с легкой черепно-мозговой травмой. Вот из этих 8, которые поступили, это были 2 мужчин и 6 женщин. Все они с легкими травмами. Напомним, пассажирский автобус Hyundai County протаранил опору моста на проспекте Строителей. Все произошло около 4 часов дня. В салоне автобуса находилось 11 человек. До столкновения транспортное средство двигалось по средней полосе со стороны Павловского тракта. По словам водителя автобуса, грузовой автомобиль начал перестроение и подрезал его. Водитель не успел вовремя среагировать на маневр. На место аварии прибыли спасатели и сотрудники полиции. 8 пассажиров госпитализированы в клиническую больницу скорой медицинской помощи.